Привет, друзья, канал Салим. В работе у нас Mercedes ML. Разобрали салон. Салон, краткий обзор, штатная шумоизоляция. Эти задние арки у нас голый металл. На полу в багажнике небольшой кусок вибропласта. По дверям смотрим, вот задние двери, несколько полосок вибропласта. Передние двери, также небольшие куски вибропласта присутствует. Владелец равно жаловался, что на автомобиль. Ну и пол в салоне смотрим, практически голый металл. Сейчас подготовим поверхность и приступаем исправлять. Очередной вибропласт на Мерседесе, проклеенный с тщательно прокатанным валиком пол. В багажнике проклеены задние арки крылья. В данной программе делаем 4 слоя. Первый слой показан вибропласт, толщина его 3 мм. Второй слой шумопоглотитель идет от Интегра, 6 мм толщина. И обработан у нас пол в салоне. Продолжаем нашу работу. Заканчиваем клеить шумоизоляцию на Мерседесе, проклеим наш шумопоглотитель на пол в багажнике. Мембрана шумоизоляции нанесена на задние арки, проклеены задние крылья. По дверям двери мы нанесли третий слой в дверях вибропласта, толщина его 2 мм. С мембраной шумоизоляции обработали пол в салоне. Четвертый заключительный слой, который мы клеим в дверях, мы нанесли на дверные обшивки. Это у нас шумопоглотитель. Длина его 15 мм. Собираем салон. Проверяем. Автомобиль готов. Ставьте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем пока.